Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео посмотрим бой, где у меня получилось сделать рекорд по урону фрагам в этом стальном охотнике. Это польский танк, средний. Я раскачивал его в скорость, в маневренность и скорострельность. Карта у нас, я, честно говоря, не помню, как она называется, но она самая последняя, которая появилась. Вначале у нас была какая-то там городская такая, зимняя, потом пустынная, и вот это такая вот у нас какая-то непонятная холмистая с зеленью. Какая-то, что ли, Швеция или непонятно, что-то, короче, такое вот непонятно, не знаю, что это, не помню, как она называется. Вначале ничего интересного, я собираю эти кружочки с опытом, пытаюсь прокачать уровень. Я понимаю, конечно, что прокачка быстрее происходит, когда ты стреляешь, наносишь урон, но стрелять, как мы видим, не в кого, поэтому приходится собирать кружочки. И здесь вначале будет очень не очень весело. И здесь я раздумываю, поехать направо за зеленым кружочком или налево. И это, наверное, ключевой момент, после которого начнется все самое интересное. Поскольку если бы я поехал направо, в самый угол, и там забирать один какой-то отбитый, одинокий кругляшок зеленый, то все было бы скучно и вяло. Но я специально поехал ближе к середине, чтобы при малейшей возможности куда-то подключиться к какой-нибудь перестрелке. Но пока что мы еще этого не видим, но я еду ближе к середине. Поскольку если бы я поехал в угол, там бы точно я бы никого не нашел. Там никого не было по радару, это было очевидно, понятно. И вот в ближайшее время скоро уже начнется стрельба. И, наверное, она не закончится до самого конца катки. Здесь мы видим французского Арлекина. Останавливаемся, просто даем ему уверенно две тычки. Немножко подкачали опыт, это хорошо. И едем туда в замес, там где у нас аэродроп собирается приземляться. Синенький парашютик. Здесь тоже челики тусуются. Неудачный выстрел, конечно, обидно. Но здесь вот в корпус попадаю. Сзади еще один чел. Скоро будет супер красивый момент. Просто это, я не знаю, это чудо, смотрите. Они врезаются, стоят на месте, гусеницы сбиты, я кидаю на них электрообласть вот эту вот, которая там замедляет и коцает. Это просто минус 2. Они оба стреляли в меня, но они внутри там замедлились и просто электричество их схавало. Это было просто чудесно. Такое совпадение не каждый бой происходит. Да и не каждые 10 боев. Оно, ну, у меня такое вообще один раз произошло. Это просто нереально красиво получилось. Два глупца друг в друга врезались, застопили там, гусеницы в них послетали. Ну, это было чудесно. Теперь я буду долго кататься за этим немцем сумасшедшим, который тут на закисе гоняет. Я думаю, что мне как раз надо побыстрее уровни качать, поэтому я еду ему в задницу, стреляю. Пытаюсь тут что-то выцелить. Броня у него, конечно, есть, но еще и целиться надо. Вот если ему в лючок, в крышу стрелять, то он нормально пробивается. Но вот в этом моменте я пару раз не пробил его. Сейчас он чудесно прыгнет со скалы. Ну тут, короче, нормальные ребята. Он уже шотный, но все равно пытается уехать. Я его добиваю. Сразу следующий чел, не знаю, как здесь прям в середину танка стрельнул, не нанесся урон. Стрельба, конечно, в стальном охотнике меня немножко смущает иногда. Она прям корявая, снаряды, такое ощущение, как будто в этом чуть ли не боком вылетают из орудия. Куда они вечно там пропадают, ничего не понятно. Они прям какие-то упоротые. Непонятно вообще, почему они такую стрельбу здесь сделали. Как будто бы снаряды супер медленно летят и супер коряво. Катаюсь здесь, гоняюсь за этой ЛТшкой.
Она от меня убегает, я в нее иногда попадаю. Потихоньку тут раскачиваемся. В принципе, у меня уже максимальный уровень. Поэтому, ну все. Теперь я полностью что-то там. И начинаем теперь все гасить. Опять немецкий танчик, но это уже другой. Альфа у меня жирненькая. И попадаем тут в лючки. Он уже шотный. Получается, что я быстро вкачался, сделал много фрагов, и по КД я просто из одного врага въезжаю в следующего, и беспрерывно я всю катку стреляю, и за счет этого удастся много настрелять. Так, здесь у нас французик, даем ему жирную альфу, он убегает, справа счет чел, я решил, не буду я ехать за ним. И правильно сделал. Сейчас еще раз будет красиво. Я подловлю его, кидая на него опять это электричество. И он не сможет залутать этот трупик. Не похилится с него. Он кинул... Че он мне кинул? Непонятно, почему в этом моменте я не поехал трупик подбирать, чтобы похилиться. Но потом он мне сбил гуслю, поэтому... Можно было, конечно, ремку потратить, но я, в принципе, так победил. Прикольно то, что на трупике кидаешь вот эту область электричества, и враг не может забрать. Его постоянно коцает, плюс замедляет, и ты его расстреливаешь. Он очень часто получается очень жестко подосрать врагу этот момент. Так, только я закончил с одним чуваком, тут сразу же следующий. Он остановился, я остановился, и он прямо передо мной кинул скилл. То есть в прошлом моменте я увернулся от самолетика с этими бомбами. И в этот раз. Два раза. А если бы я в том моменте поехал прямо за Арлекином, то сзади бы мне въехал чел, и я играл бы один против двух. Тут я сбил очередному Арлекину гусеницу, добил его тараном. И теперь у нас немецкое ведро, но теперь прокачанное. Кидаю на него электричество, но видим, что он супер жирный. Он опять в нее заезжает, но он настолько жирный, что ему просто пофиг. Ему просто насрать. Я все скиллы на него поражал, а у него хп чуть меньше половины. Супер жиробас. Еще кто-то в меня стреляет, но я гонюсь за этим немецким ведром. То есть много орликинов было, много немецких жиробасов с кучей хп. Увидел, что у него башня пробивается, поэтому в лоб башни стрельнул и в конце в лючок, в принципе, пойдет. Вы видите, что весь бой я из одного чувака в следующего, из следующего дальше еще. Просто беспрерывная стрельба, и это еще не конец. То есть дальше еще будет. Еду вперед. Вижу, что по радару там еще челики, и подъезжаю под холмик поиграть от башни. Чел на меня смотрит, стреляю ему в гуслю, сбил, и он постоял, поехал. Ему опять сбили гусеницу. Короче, чел наигрался. Тут пытаюсь скилл там куда-то кинуть, кидаю. Чел уезжает. У нас тут зона еще сзади поджимает. У челика мало хп, я за ним гонюсь, и он поехал за зону. Включает свой дурацкий скилл, я ему даю под жопу, и просто я назад решил поехать. И сейчас будет тоже интересный момент. Чел, который поехал вокруг, просто так вот трупиком выплюнулся. Говорит, я доехал. Все, справился. Короче, мы его победили. Могло быть еще больше урона и больше фрагов, если бы этот чел остался со мной драться, а не уехал за зону умирать. Но он поехал и убился. Остаемся против последнего чувака. И угадайте, кто это? Это, конечно же, очередной жирный немецкий кусок ведра. Блин, у меня такое ощущение, что я много урона набил, потому что было много немецких огромных жирных ведер, у которых куча хп, и я на них настрелял урончик. Я подумал, что он слева поедет, поеду вправо, а он оказывается тут. Ну, я беру его на автоприцел, начинаю крутить. И здесь будут как и хорошие моменты, один на один, когда я с ним остался, так и не очень.
Вот пока я его кручу, ставлю на гусеницы, вроде все нормально. Размениваюсь, кидаю на него скиллы, включаю увеличение альфы каждым следующим пробитием. Вроде все нормально, но я уже, честно говоря, в такой активной катке под конец, честно, подустал. Я обалдел от того, что в этом режиме можно от самого начала до конца просто стреляться. И здесь у меня КД не хватает для того, чтобы успеть сбить ему хилку. Он успел отхилиться. И он пополняет свое ХП. Я уже сколько в него стреляю, он там еще до хрена у него ХП. Он меня наносит урон. И вот здесь была ошибка. Я кинул вперед. Я думал почему-то, что он на меня поедет. Надо было просто на него кинуть, чтобы оно хотя бы сработало и начало его замедлять. Но я ошибся. Я прожал хилку, похилился. Пытаюсь ему выцелить лючок. Он наносит мне урон, я ему нет. Я понимаю, что у него КД дольше, чем у меня. Заезжаю ему в борт и просто добиваю. Вот такой вот, в принципе, бой. В конце была ошибка. Всего лишь одна, то, что я скилл мимо него нажал. Надо было прям на него ставить, но просто вот затупил. Бывает. Вот такой бой. Куча фрагов, а именно 9. И 19 тысяч урона. Пишите в комментариях, какие у вас рекорды в этом режиме. С вами был Варчик. Играйте красиво. Всем пока.